Переписать судьбу на дорогом мелованном календаре. К богам времени. Дорогой календарь с красивыми фото или рисунками, не мультики, где есть место для записи на каждом месяце, можно и на другой стороне листа. Бумага мелованная. Так жизнь будет гладкой и легкой, не шероховатой. А насколько красив рисунок и его смысл, такова и будет ваша жизнь. Лошадь – карьера, драгоценности – богатство. Женщины – богатство только в женщинах. Машина – легко с транспортом, много работы. Дома – всю жизнь будете что-то строить. Яхты – путешествия. Офис – хорошая работа. Дети – много радости от детей. Вода, здоровье, переезд. Природа, но не охота, равномерность во всем. Цветы, любовь и благополучие, доход, достаток и покой, красота. Разноцветный календарь, жизнь яркая, с переменами. Монохромный, так и жизнь, ровная и стабильная, но скучная. Ритуал или на алтаре, где горят равномерно расставленные 8 разноцветных свечей, алтарь черный, или на природе. На природе сильнее. И плюс пейзаж, природа, как рисунок в календаре, тоже значение. В городе всю жизнь карьеру будете строить. Ложим календарь плюс черный подарочный мешочек рядом. Боги времен и судьбы, вам мой календарь шлю. Перепишите мою судьбу на удачливую. Я выбрал сам какую. Прошу, заклято. Переделать нельзя, ритуал неотменим. И перевыбрать тоже нельзя. Календарь ложим в пакет и либо сжечь, либо оставить в людном месте. Разницы нет. Свечи должны догореть. Огарки обраткой на перекресток. Дар и откуп, календарь плюс мешочек. Фимиам не нужен. Календарь в мешочек должен войти полностью. Очень маленький не годится. Писать в нем ничего нельзя, сломаете себе судьбу. Если мелок или карандаш приложить, то усилит ритуал. Я выбрала 4 разноцветных мелка. Голубой, символ неба и воды. Красный, это вообще успех, ритуал в магии. Зеленый, деньги. И желтый, на желание, исполнение и исцеление, значение. Сейчас покажу, какой календарь. Вот такой календарь. Видите, каждый лист разноцветный. Он дорогой календарь, 15 евро стоит. Лучше не дешевый брать, чтобы жизнь была дорогая. Ну, что боги времен, это и боги судьбы, я думаю, тоже все знают. Это планета Сатурн. Это одно и то же. Календарь вошел в мешочек, я его оставлю в людном месте.